выехали снова по скифам. Я что-то думаю, что тут тоже наконечник. Сейчас примастырю где-то камеру. О, птицы поют. Весна пришла. Друзья, к нам Генчик приехал. Вот он там ходит. Накопались мы, конечно, сегодня в удовольствие. Ну, по крайней мере, я. Есть, друзья, у меня еще один сигнальчик. Хочу вам заснять. Обязательно досмотрите выпуск до конца, будет интересно. Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем привет! Вы на канале «В поисках золота Украина». Меня зовут Серега. Чудесный ноябрьский денек. Выбрались мы с другом покопаться. Вот там где-то сзади шастает за моей спиной. В общем, выехали снова по скифам. Есть находочки, сейчас вам покажу. Перед тем, как показать находочки, хочется передать привет группе в Вайбере Коп.ua. Ребята, вам всем привет. Спилки блогерів України, Полісся ЗТ, Тустань, Поділля Захід. Друзья, вам всем огромнейший привет. Кто не знает, есть у нас на Фейсбуке группа «Спилка блогерів України». Присоединяйтесь к нам. Будем рады вас всех видеть. Ходим мы опять же по скифам. Приехали на то же место, где были в прошлый раз. Погодка просто отличная. На улице плюсовая температура, где-то может плюс-минус один. Падает снежок. Копать пока приятно, потому что снега не навалило. В общем, будем ходить копаться. Я думаю, находки будут. Обязательно досмотрите выпуск до конца, будет интересно. Идем смотреть находочку, друзья. Находочка, друзья, у меня в кустах. Я выбрался с кустов, чтобы снять приветствие. В общем, была у меня сначала одна находочка. Думал, нашел что-то? Ой, Любомир нашел наконечник. Идемте-ка к нему сначала, посмотрим, что у него. Потом глянем мои находочки. Хороший? Ну, как бил? Я слышал аж там звук сигнала. Семочка, да? Угу. Да. Вот такие вот попадают. Круто. Довольно наконечники. Это мой третий вообще. За все время наконечник? Четвертый, да, за почти 3 года. Ну, в общем, надо ходить искать. Видишь, у меня один обломанный, сейчас один целый. Сейчас покажу ребятам. Идем. Идем смотреть мои находки. Погодка, блин, в лесу так кайфово вообще. Ходить классно, к ногам ничего не прилипает. Красота. Ноги уже, правда, промокать начинают. Но не страшно. Так, где там мои находки? Сначала выкопал вот этот вот обломок. Не снимал его. Ничего, в принципе, интересного. И вот еще один целенький наконечничек. Класс, приятно копать по скифам. И в лесу, я вам скажу, вообще хорошо. Так что сигналы, конечно, не самые лучшие, но
блондиночка моя любимая выручает меня. Ладно, друзья, идем копаться дальше. Смотрите. Есть, друзья, у меня сигнальчик рядышком. Вот тут вот сейчас выкопал наконечник. Вот еще один сигнал рядом. Бьет. Ну, бьет как-то вообще непонятно. То есть у тебя этого нету. Сейчас я примастырю куда-то камеру и попробую вам выкопать его онлайн. Деревья, конечно, чуть-чуть мешают. Глубокий, однако, сигнальчик. Блин, ветки. Земля, песочек копать вообще. Выкопался. Выкопался. Есть, друзья, наконечничек еще один. Не знаю, что он там, видно, не видно. Вот так вот они и бьют. Наконечник, друзья. Еще один нак. Еще один нак. Класс. Любомир, прием. У меня еще один наконечник. Чувак, очень плохие сигналы. Очень плохие, такие короткие. Вот там, где ты ходишь, я 8 штук выкопал. Где-то еще должно быть 50. Должно быть, конечно. Но нету пока, видишь, 50. Есть пока сколько? 3,5. Видел, я там керамики наложил под деревом? Вот там, где ты только что пикал. А. Очень короткие сигналы. Сделай скорость меньше. Я не умею другой скорости. Ну, ты так тяжело тебе будет искать. Ладно, друзья, смотрите. Пошли искать дальше. Это Любомир тут топчется. Привет вам передает. Есть у меня находочка, друзья. Вот такой вот выкопал. Не знаю, накосник может какой-то. С орнаментом. Есть орнамент. Смотри, покажу тебе. Сигнал вообще был плохой. Вот такой вот, видишь, какой-то как накосник какой-то. Да, что есть колечко, точно. Видишь, вот смотри, орнамент, видишь? Угу. На нем. Я его начал протирать. Круто. Да что круто, хочется наконечников. Пойдем чайку попьем, может. Пойдем мы сейчас попьем чайку и вернемся. Будем дальше тут ходить. О, птицы поют. Весна пришла. Прикинь. Ладно, друзья, идем искать. Друзья, к нам Генчик приехал. Вот он там ходит. Что-то ищет. А у меня есть находочка.
наконечничек выпал. Смотрите. Еще один нак, семечко. Я ж тут ходил в этом месте. Блин, я ж тут ходил. Вот здесь, где катушка стоит, наконечник нашел. Вот здесь вот. Вот там вот. Ну вот это вот вся эта поляна была усыпана наконечниками. И вот еще один. Пожалуйста. Ходил, ходил и пропустил где-то. Так, хорошо. Еще один нак. Берем. Берем, идем искать дальше. Сигналы, конечно, уже очень плохие. Как-то оно лежит глубоко все. Ладно, друзья, идем дальше искать. Смотрите. Это Любомир кричал. Я тебе говорю, иди сюда. Ты чуть не там ходишь, да? Иди сюда. Тебе. Да. Я тебе покажу, где надо ходить. Генчик. Друзья, есть у меня находочка. Еще один наконечничек. Такой кайфовый. Просто капец. Бомбей. Просто бомбей. Сигнал был, ну, на грани. На грани. Такой на грани, что чуть-чуть, еле-еле отдавал в цвет. Глубоко лежал. Но я его копнул. Иди, я тебе покажу, где ходить надо. Смотри, я вот еще один нак выкопал. Классный. Смотри, какой. Ого, красун. Красунчик, правда? Ага. Ну я... Что, давай. Держи. Я лев, да, Геш? Но. Красун, красун. Да, смотри, значит. Рассказывайте, надо где находить. Вот эта вот часть бугра, вот этот весь склон, чуть выше и чуть ниже, и вот туда, в ту сторону. Строго на север, порядка 50 метров. Ты немножко не туда пошел. Угу. Я такой, я люблю где-то полазить. Угу. Давай. Давай, идем искать. Такой сигнал вообще, Генчик, еле-еле на грани. Ну, вообще на грани. И такой короткий-короткий. Ну, со штыка где-то я его выкопал. Но такой коротенький-коротенький сигнал. Черным бил и чуть-чуть так еле-еле в цвет. Так тыньк-тыньк-тыньк, знаешь. Ты копай все, копай все сигналы. Копаю, копаю, что-то пока не лезет. Ну, давай, сейчас вылезет. Давай, давай. Наконечник, наконечничек. Идем, друзья, дальше копаться. Друзья, смотрите, вот там вот я выкопал сейчас наконечника. Есть у меня еще один сигнальчик рядышком. Я что-то думаю, что тут тоже наконечник. Сейчас примастырю где-то камеру и онлайн выкопаю сигнальчик. Главное не повредить. Да, друзья, наконечник. Прикиньте. Еще один, Любомир. Еще один знак. Сейчас покажу вам. Смотрите. Еще один знак. Онлайн выкопал. Хорошенький такой наконечничек. Красота. Красота. И мы ж тут ходили. И сколько попропускали.
крутой. Берем, друзья, идем дальше искать. Снежок пошел. Погодка шепчет. В лесу хорошо. Будем, в общем, ходить. Смотрите, я пошел искать дальше. Это Любомир там вынюхивает наконечники. Привет вам всем передает. У меня есть находочка, друзья. Находочка, печалька. Обломанный наг выпал. И все рядышком. Все рядышком. Вот тут вот выкопал одного. Вот там вот дальше вот второго. И вот третий. Все рядышком. Будем ходить тут. Ходить, крутиться. Берем. Идем дальше. Окружили меня со всех сторон. Это Геша. Это Любомир там. Где он там? Вон. Выкопал, кстати, Любомир только что грибовидную сережку скифскую. И у меня есть находочка, друзья. Наконечничек выпал. Махонький. Крохотный. Классненький. Наконечник. Берем. Берем. Я вам скажу, что я по скифам давно так не копал. Предыдущий раз и этот. Хорошие находки. Блондинка все-таки по скифам то, что надо. Идем, друзья, искать дальше. Смотрите. Есть, друзья, сигнальчик. Думаю, что наконечник. Сейчас примастырю где-то камеру. И попробуем снять его онлайн. Да, наконечник, друзья, прикиньте. Сейчас вам покажу. Есть наконечничек. Сейчас Любомиру. Любомир, прием. Тут я. У меня еще один наконечник. С десяток уже есть? Ну, с десятка еще нету, но уже мы идем к этому. Наконечник, друзьяки. Что там, видно что-то, не видно? Ой, потерялся. Наконечник, друзья. Хороший коп сегодня. Просто замечательный. Берем еще один наг. Идем дальше искать, смотрите. Значит, друзья, докладываю, я был за вот этой посадочкой, там лес, на том горбу, перешел через елки, сосны и вышел на вот этот вот бугор. И есть у меня наконечничек, чтобы вы могли подумать, конечно, наконечник. Так как копаемся мы сегодня исключительно по скифам. Ну, неплохо, неплохо, я вам скажу. Очередной наконечник. Что-то здесь такое, на нем еще треугольничек какой-то. Какой-то треугольничек на нем есть. Видите? И здесь тоже треугольничек. Интересный наг. Очень интересный наг. На каждой лопасти треугольник. Прикол какой-то.
Ладно, берем, идем дальше. Сейчас буду здесь все обследовать, вот этот вот бугорчик. Кстати, Колян здесь нашел наносник первый. Так что надо ходить. Идемте, друзья, дальше. Есть, друзья, у меня еще один сигнальчик. Хочу вам заснять. Показывает 42, 37. Ничего не показывает. Сейчас куда-то примастырю камеру, и мы с вами его выкопаем онлайн. В лесу хорошо копать. Песочек. Выкопал. Что-то. А нет, друзья, не наконечник. Какая-то ерунда с дырочкой. Ладно. Пуговичка. Прикиньте. Пуговичка махонькая. Вот такая вот. Деус видит мелочевочку. Идем дальше искать. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша сегодняшняя экспедиция. Что хочется сказать. Накопались мы, конечно, сегодня в удовольствие. Ну, по крайней мере, я. Не знаю, ты в удовольствие накопался, Любомир? Непонятно. В общем, иду к машине. Накопались мы хорошо. Сейчас я, не знаю, мне кажется, я штук 8 выкопал наконечников. Так же самое, как в прошлый раз. Сейчас я дойду до машины, покажу вам наши сегодняшние находки. Что ты понаходил, расскажи? Ножиков накопал, три штучки. Ножиков накопал? А что еще? 3,5 или 4,5 наконечник. Какой-то кусочек серебра, кусочек колечка. Я понял. А, ну и пятак 30-го года не считается. Не, ну пятак 30-го года тоже находка. Это ж монета. Я уже про этот, про грибочек. А, и грибовидную сережку, кстати, сейчас посмотрите. Находочки. Не закрылась машина, нет? Давайте, в общем, сейчас я выложу находочки и посмотрите. Находочки, друзья, сегодняшние. У меня 10 наконечников. Как будто заказал себе 10. Ну, всякого шмурдяка накопал. Вот этот браслетик какой-то скифский. Любомир тоже накопал, смотрите, 4. Вот эти классные вообще. Но в прошлый раз вообще большие попадались. Мы, видно, большие уже все выбили и остались. О, так он такое тут еще с этими. С рисунком. Прикольно. Крестики на нем. Пару ножей, пятачок. Ты хоть монету какую-то нашел? У меня вообще ни одной монеты нет. Ну, в общем, вот такие вот находки. Что еще хочется сказать, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии. Обязательно подписывайтесь на канал, кто не подписан, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции в этом году, я думаю, еще на скифов разочек, может быть, два выйдем. Вот такие вот дела. Всем удачи, друзья, всем пока.